Дорогие воспитанники «Газпром Академии». Парни, всем привет. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Я желаю вам пройти этот путь от начала до конца и закрепиться в команде «Зенит», попасть в основную команду. Как можно больше забитых мячей для нападающих, как можно меньше пропущенных для вратарей. Крепкого здоровья, счастья. Побольше вам побед в этом году, чтобы травмы обходили вас стороной. Чтобы следующий год для вас был еще более продуктивным, более успешным. Ставьте перед собой все более сложные цели, достигайте их, работайте, тренируйтесь, трудитесь. Никогда и ни при каких обстоятельствах не опускайте руки, стремитесь только вперед. Повышайте свое мастерство. И обязательно ваши усердие, усилия, они оправдаются, и вы попадете не только в главную команду «Зенита», но и в сборную страны. Вы огромные молодцы, продолжайте в том же духе. Всего-всего самого хорошего в новом году. Поздравляю. Счастья вам и всего самого доброго и хорошего. С Новым годом вас всех!